Процесс окрашивания не только медитативный, но и весьма залипательный, особенно если за дело берется профессионал. У этого мастера садовых работ с аккуратностью тоже все в порядке. Он быстро и качественно придает кустам нужную форму. Любите кастомные авто? Тогда вам понравится процесс покраски дисков, благодаря которому даже обычные серийные экземпляры удивят как владельца, так и случайных зевак на улицах. Продолжаем и переходим к укладке покрытия на крыше. Знаете ли вы, как на футбольных полях и других спортивных объектах появляется разметка? Один из вариантов на ваших экранах. Достаточно немного терпения и вот такого инструмента. Перед вами процесс релайнинга, так называют метод восстановления и санации трубопроводов. В частности, можно проложить новую трубу прямо внутри старой и никакого демонтажа. Также возможно введение гибкого композитного рукава, который затем раскрывается и затвердевает, превращаясь в новую трубу. Эпоксидные напольные покрытия – это сразу несколько плюсов – от устойчивости к механическим повреждениям до долговечности. А наносить их можно вот так, превращая каждый пол в индивидуальное произведение искусства. Время поработать с деревом. Переходим к газонной теме. Вот так специалисты работают на искусственном покрытии. Любители тонировки – ваш выход. Мастер на видео занят как раз этим процессом.
Вот такой вариант выравнивания стены предлагает оценить автор данного видео. Комментаторы разделились. Кому-то кажется, что все в порядке, а кто-то уверен, ровной поверхности не выйдет. Кто же прав? Как быстро сделать отверстие, если в нужной зоне уже лежит рубероид? Достаточно как следует разогреть обычный нож, и можно резать. Сцена, напоминающая о фильме «Кто подставил кролика Роджера». К счастью, здесь всего лишь красят металлическую деталь. Представлена одна из техник порошковой окраски. Даже самый грязный пол, например, в промышленном цеху, можно очистить без использования химии. Представленные системы эффективны благодаря высокому давлению и гибко настраиваются под конкретные задачи. А вот так сегодня красят мебель. На очереди вакуумная струйная обработка. Метод популярен сразу по нескольким причинам. Например, он позволяет провести достаточно бережную очистку и использует замкнутый цикл, за счет чего снижаются требования к защитной одежде. Вот такое богатство способна накопить водосточная труба, если долго ее не чистить. К счастью, мастер уже здесь. А эти мастера украшают стену. Благодаря им обычная скучная поверхность приобретает уникальный внешний вид. А вот так проводится укладка жидкого асфальта. Материал весьма популярен в Европе и США, в том числе потому, что состав смеси можно корректировать различными добавками и подбирать заблаговременно под конкретные проекты. Почему бы не ускорить работу с бетоном и цементом? Вот такой компактный каток, и дело идет куда веселее. А благодаря различным формам барабанов можно реализовать элементы самой необычной формы.
Продолжаем и переходим к заливке бетона. Компания из видео занимается самыми разными работами с этим материалом и обещает качественную работу с первого раза. Далее по графику у нас работа с плиткой. Мастер аккуратно маскирует нишу в стене. На три ведра с краской, грунтовкой и прочим нашелся всего один работник? Не беда. Вот такая система с тремя валиками исправит ситуацию. Один из зрителей каким-то образом увидел здесь нечто похожее на флаг Марокко. Газон сегодня бывает и в виде вот таких шестиугольных блоков. Такой подход упрощает обслуживание коммуникаций и замену поврежденных участков. При этом мастеру даже не потребуются продвинутые инструменты. Кузова авто тоже порой приезжает к мастерам в весьма неудовлетворительном состоянии. Перед дальнейшей работой важно аккуратно и тщательно их очистить, чем и занят специалист на видео. «День распыления пены всегда доставляет мне удовольствие», — отмечает автор видео. И наблюдать, как она расширяется, действительно приятно. Яркие впечатления оставляет и лазерная сварка. Далее вот такой процесс работы с лепниной. Многим зрителям он напомнил о десертах – мороженом, кремовых тортах и йогуртах. А вы что скажете? «Шпаклевка не удалась», – отмечает автор этого видео, однако комментаторы стараются его поддержать. «Забытое искусство, которым занимался мой папа, он был художником и декоратором», – отмечает один из них. «Это похожее на медузу вещество – заготовка под будущие конфеты». Залипательное рядом. Казалось бы, обычный герметик, а как приятно наблюдать за рабочим процессом. Чистота, красота и эстетичность в одном флаконе. Бурение колодца сегодня можно закончить менее чем за день благодаря современной технике, в частности, вот таким системам. Thank you.
А сделать аккуратные отверстия в материале вроде гипсокартона поможет вот такая насадка. Буквально пара секунд, и все готово. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!